Теперь мы точно поехали к Красной Церкви. Колокол какой большой. Он красненький. А может и выцвело. Лягушка? Ну пускай. Хочешь, сфотографируй. Вон, смотри, Серег. Начинается. Вот здесь нас, Саш, с фоткой. На свой? Да хоть на свой, хоть на наш. Не там? Ну вон там были. А, вот и лодки стоят. Да не, оно, смотри, дно-то все видно. Ну чего? Говори. Да, говори. Такое гигантское море и только один лоскуточек такой. Мама, мы вернемся. Рыба прям крепко. Утки. Ждет, пока я. Пернатые. Сколько их всегда? О, и рыба здесь. Круто. Рыба даже ест вон хлеб. Даже наружу не хлеб хватает. Просто кусочек вытонул, и рыба его просто съели. Облепили вот так. Все, начали облеплять его со всех сторон. О, видела, одна заглотнула прям вот кусочек. Смотри, даже утки отплыли. Они кусочки большие. Да они их не кусают. Учитывая их количество. За одну секунду раз и проглотил. Я видел кусочек, и его сразу же там четыре рыбы съели. Четыре, о, смотри, а вот этот большой, наверное, вот. О, оно сейчас будет. О, одна. Большой кусок одна заглотила, видели? Да. Утки притаились. Чтобы вернуться, как на море. А что, наше море пересаскивает. Мы прошлый год деньги не бросали, но вернулись же. Так что. Киньте доллар. А где б его? Нет, все лучше. Где б его взять? Должны бояться, типа уплыть. О, аж по макушке хлеб-то долбит. Остайся, вот у тебя стая. Тут он предлагает за $100, точнее, нырнуть туда, да? Или что там? За тысячу. За тысячу, да? Не за сто я не нырну. Вот так вот, довели Россиюшку. За $1000 ты я туда прыгну. Шоу-то должно бы оплачивать. Ну да, это точно. Дело не в долларах, дело оплата шоу. Ничего. На рыбок смотри. На рыбок? Ну смотри. Я пойду покажу. Где он у нас? Нет, я имею в виду, как в Эдемской пришли, а нас там что пришли. Так, ну что, особо тут ничего не изменилось. Все то же самое. Только сегодня. О, музончик. Ну такая тема тут. Ха-ха. Ничего, нормально. Купаются.
Ладно. Солнце прямо в глаза. Ничего не вижу. Сегодня интересного нету, кроме грязной воды. Поедем мы, пожалуй, дальше. И что, ты еще все уток кормишь? Я точнее смотрю, как их кормят. Кстати, вон рыбак рыбачил. Да. Ну что? Ничего. Куда пойдем? Я не знаю. Тут, наверное, тоже снимать-то нельзя ничего, да? Нам, короче, ну и что, нам эти же разрешили в действующий снимать. Да откуда я знаю? Ну-ка, открой-ка дверь, попробуй, открыто. Закрой пока. Там машина едет. Сходили мы. Посмотрели, что внутри Красной Церкви. В общем, там внутри интересно, конечно, история этой церкви. Они, видно, постоянно там плавают на середину озера. Мы прошлый год видели, как на середину озера приплывали люди. Очередная фотосессия. Куда ты хочешь? Или я ты уже домой уже хочешь? Да. Чё ты там нашел? Ну не трогает он этих, кто в этом доме живет. Ну да. Все лодки привязаны. О, днище старой лодки. Чем-то пропи... О, говорят, я в кадре. Все, ухожу, ухожу. Все, выгнали меня из кадра. Красотень тут. Твою ж мать. Это не то. Я думал, я фото. Там впереди какой-то шлагбаум. Сейчас посмотрим, что там за шлагбаум. Так, пришли мы что-то в какие-то вообще непонятки уже. О, утки. Снова утки. Снова утки. Угу. Где? Вон, собственно, это все. А, ну это далеко, там не считается. Ну, все равно же мы нашли, Кеша? Нашли. Не знаю, будет видно. Нет, сзади меня. Там столько народу на лодках. Тьма тьмущая. Прям вообще. Прошлый год, когда мы ездили, здесь практически никого не было. А сегодня прямо жесть. Тропинка так и идет в никуда. Что-то вон там вообще такой мостик интересный. Может, там уже когда грязный пляж? Да нет, еще до него далеко, мне кажется. Вот это грязище. О, дорога выживания. Ха-ха, так я и не научился пальцем показывать. Грязно. Блин, вот такое ощущение, что я как будто не раз по этой дороге ходил. Я не выключаю. Так, чего у нас здесь? Вот он. Да, блогер, ё-моё. А кто еще? Там вот девушка красивая говорит. Блогеры, слышу слово, блогеры, блогеры. Такой тут мостик. Развлекуха в собаке. Ну чё, куда рванём? А тут чё у них за этот?
пошли мы к машине. Сколько время? Погнали мы домой. Все мы сняли, все интересное. Можно теперь смело ехать. Народ, мы уже в Суздале. Пойдем смотреть на смотровую площадку. Ну, неважно. Типа, не типа. Сейчас посмотрим. Переслав Залесского сейчас едет. А он сегодня был? А он сегодня был, что ли? А, то есть это вот разговаривают-то там. Че, надо ехать. Там вход там. Там тоже глянем. Да? Конечно. Ну че, Серега? Ничего. О, собачка бежит. Собака, а? Эй. Я вижу кучу уточек. Чего ты кучу? Где? А, и правда. Блин. Да не, резкость теряется, когда быстро веду. Поехали посмотрим. Да, если идти, там может стоить рублей. Да не, да там бесплатно был. Ты что, там на площади. А мне мужики говорили бесплатно. Я имею в виду, вон нам те люди сказали, что там. Собака, не боись. Эй, убежал. Приехали домой. Все, видно, у нас такие стрёмные ведухи, что даже собаки нас боятся. После моего охрипшего голоса нам должно. Так. Вон еще приехали. Мы едем на день огурца. А может и нет.